Всем привет, ребят! Решил заснять вам хрустальный сундучок в этот раз на английском, посмотреть, что же в этот раз у нас тут падает. Здесь есть нужные скины мне. За 1 бакс можно собрать скины, которых не хватает. Один самик мы уже с вами потратили. Здесь надо потратить порядка там 20 тысяч. Поэтому мы сейчас, наверное, я даже не знаю, что это делать. По талантам у меня вопросов как бы нет, я не заморачиваюсь, коробок полно созвездия, это будет быстро. У нас сегодня есть вот такая вот рулетка, и мы сейчас там спустим до 700, до 650 хотя бы. Посмотрим, какие тут у нас шансы. То есть там 40 тысяч самоцветов. Поехали, попробуем. Вот это так не дает набирать. Ну вот сейчас. Это, кстати, не смотрел, почем тут они вообще. А, по 150? Фига себе. Давно уже, кстати, такой цены по 150 не было. Я все-таки ожидал, что больше будет. Но мы 150 сливать не будем. Нам смысла нету сливать самоцветы. Мы чисто так, ради трешечка. Давайте на сорковник. Запулим. Окей, поехали. 267 попыток. Посмотрим, какой тут шанс. Карточки были. Ну, как видите, в основном все на низ идет. Так, еще карты смены. Так как-то медленно оно туда идет. Я не знаю, у нас, по-моему, быстрее. Все, забили полностью. Так, смотрим, что у нас по расходникам. 10 карт пропусков, 8 карт на волны, в принципе, неплохо. Ну, конечно, учитывая курс, который здесь, по сравнению с нашим русским, у нас, конечно, выгоднее играть. Но тут 150, у нас по 200 были последние все. Ну, кулаки тут не ценятся, КГшки и 4 карты смены. Как-то так себе, согласитесь, не ахти. Поехали, посмотрим, что же дальше у нас будет. Опять кулаки. Ну, судя по всему, тут такие же шансы, как и у нас на русском сервере. На что-то хорошее не надейтесь. Карты смены. Да. В общем, то же самое картина. Смысла в эту рулетку играть вообще никакого нет. Даже для бездоната лучше поиграть все-таки в пирата. Был бы пират, я бы лучше в пирата поиграл. Так, поехали дальше. Там плюшки хотя бы более разнообразные. Вот смотрите, низ, 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 первое. То же самое. Я вот не понимаю, если тут такой, грубо говоря, сервер как бы развитый, да, там в плане плюшек, то дали бы уже и шансы тут нормальные, чтобы люди могли повеселиться. Даже те же самые без доната, я не знаю, для без доната здесь есть смысл играть, нету. Если кто-то играет, пишите комменты, как вам тут без доната играть. Мне очень интересно посмотреть на эти комменты. Если против вас там играют игроки, у которых есть все. Причем сразу с максимальными прокачками. Ну, как видите. Ну, шкалу-то мы добьем, в принципе. Ну, в шкале там тоже ничего интересного, по сути, нет.
Но у нас, по-моему, шкала намного быстрее заполняется, чем здесь. Ну, может, возможно, я давно уже не играл. Я первый там играл, когда было интересно. Сейчас уже неинтересно. Так. Не туда я забегаю. Ой, там, по-моему, камешек у нас упал. Как видите. А, мы уже вторую шкалу начали заполнять. Так, окей. Ну, заберем в конце. Да, вот камешек. Ну, это тоже, честно говоря. Ну, единственное, что, конечно, мы набьем сейчас пропусков. Ну, у меня и так их вроде там хватает. Так, раз, два, три, все, есть. Ну, 6000 практически за 41, как у лаков. Смешно, конечно, на это смотреть. Такс. Что у нас там получилось? Ну, 4800 по кулакам. Ну, честно говоря, смешно просто. Там даже пусть будет 5 или 6 тысяч. Тут 3 миллиона. Такс. Окей. Гашек тоже 5600. Фигня, по сути. Дальше я там уже так не особо смотрел. Уже хочется просто больше поиграть. Хрустальный сундук, посмотреть, что там все-таки сегодня дают. В этот раз там плюшки намного круче, чем у нас. В принципе, вроде все. Сейчас, ребят, вам запилим дальше видосик про хрустальный сундук, что же там падает. Так, ребят, ну что, забрали сундучок. Сейчас покажу вам, что было в последней награде. Вот такая вот последняя, как обычно, по 3. Ну, ничего здесь не меняется, в принципе, то же самое. В принципе, оно того не стоит, скажем так, если сравнивать с другими плюшками на этом сервере. Сейчас я вам постараюсь показать другие плюшки, которые я получил отсюда. Такс, 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 такс. Такс, окей, вроде есть, поехали, поехали. О, первую, думаю, вы видели. Так, дальше у нас то же самое. Вот за два вот такая вот плюшечка по 100, в принципе, неплохо. Я считаю, довольно-таки. Поехали, следующую покажу. Ну, здесь сундук явно покруче, чем наш. Так. Следующая вот за 5. Два скина, карточка вторая. Ну, такое себе тоже. Нехти. В этот раз дальше уже, смотрите, две Арктики, два дракона. Сетик рвения, три карточки топовых, 30к кулаков и рунки. Это уже получше, конечно, будет. Дальше за двадцатку 12 коробок, 50 камней, 20 камней на эмблемы, 20 сумочек и Витл Бум, дар жизни. Это уже неплохо. Ну и за 50, 150 смен, 100 Некроса и 30 огнекрыла. Ну и по 150 плюшек плюс рунки. В принципе, вот так вот. Довольно-таки неплохо, учитывая то, что есть еще акции дополнительно на трату. То есть вот такие вот плюшечки у нас получились. Ну, в принципе, неплохо. Я чисто ради скинов. Ну и, конечно же, книжки. Слизни, я думаю, мне их уже хватит. Также у нас здесь есть
акции на трату сейчас. Плюс мы еще поиграли в Бога Грома, конечно, он никакой, я вам решил его показать, что стоит, не стоит в него играть. Так, давайте сейчас посмотрим. Пикси выбили. Что здесь затрата у нас падает. Так, съесть. Вот так вот. Вот, в принципе, вот такие вот награды. Сейчас они должны поприходить. То есть, как видите, здесь на трату не особо акции топовые. Если вы хотите на трату, это вам надо идти на китайку. Если вы хотите здесь покупать и тестить, и бегать там с максималками, вам сюда. Если вы хотите что-то умеренное, вам надо идти на русский сервер играть. Вот так вот. Все, пишите комменты, подписывайтесь. Все как обычно, лайки, репостики. Я вам показал, какой здесь Бог Грома, то есть его смысла играть нету, в принципе тратить самое здесь нужно только на героев, на их прокачки, возможно на выбивание, хотя их и так можно здесь купить. Все, пишите комменты, подписывайтесь, все как всегда, всем удачи, всем пока.